Всем привет еще раз. В общем, мы сходили на массаж, отдохнули. Сейчас решили зайти покушать. Вот оно. Вот. Зашли в это кафешко, в котором мы здесь уже были. Прикольное. Это что такое? Rice pork. Это один. Egg. Ну вот. Leg. Да, нога. Я вот это вот хочу. Все. Что? Больше ничего не хочу. Я лю чуть-чуть. Микс чикен райс. Микс чикен райс. Это микс. Три. А, вот, три курицы. С этим. С рисом, да? Да. Подожди. Что ты думаешь? Грилл чикен. Ну, здесь вот выбирай. Здесь, кстати, неплохо кормят. Здесь хорошее у них такое место. О, у них тут рулечка. Прям тут все делают, готовят. Ну, тут бабушка такая ходит. Вон парень, кстати, по-русски-то говорит. Вон он, зелененьким. Ну и что тут? Что будешь? Я вот что-то салат не хочу. Вот я только вот рульку максимум. Если из тайского. Пить что-то брать будешь? Пить? Я бы какой-нибудь, знаешь, что-нибудь смузи бы. Какой-нибудь смузиобразное, да. Есть смузи тут? Чай есть, итальянский, сода, ну, какая-то, кофе и не кофе. А, чай, да. Папайя салат, смузи нету, да? Какой? Эх. Сандрипорт. Нет. Это кожа какая-нибудь жареная, да? Страшно выглядит, как. Страшно выглядит, да? Так, ладно, сейчас выберем что-нибудь, покушаем. Так, ребятушки, ну что, салат там несут. Как быстро? О, салатик, смотрите. О, вот такой салатик. А, это точно нам? Так, это точно нам. А, да, это... Да, это салат с морепродуктами и папайя. Папайя салат, короче, с морепродуктами, да. А вот, и плюс я взяла себе вот эту вот, как ее, сладкую порт. Вот это. Остренький. Меня попросила нос пайка. Видимо, нужно был сделать. Да. Сейчас даже еще принести этот вкусный смузи. Давай зафиксируем. Может, посыпать там везде? Нет. Сахар, перец, уксус, орешки. У тебя какой перец? Никакой. А дать нас еще с вами, прикинь. Здорово, да? Все 33 удалось. Здесь вкусно, но, знаете, здесь не очень большие порции. Но вкусно готово. На первый переговор с хорошим видом. Мы здесь уже второй раз. Что-то нас сегодня Денис так это вдохновил. Тайской кухне. Мы решили еще раз. Дать ей шанс. Да. Немножечко. Салатика. Чисто чуть-чуть. Рулька — это рулька. Рулька — это беспроигрышный вариант. Вот, в принципе, у Вавана тоже заведен. Тарелки большие, порции не очень большие. О, вот это, присутствует. Здесь мало соуса. Здесь надо льют. Просить морчек. Мало соуса. Не докладывают. Что мы уже везде попробовали. Уже можем делать вывод. Где вкуснее? В принципе, неплохо. Ой, как я сегодня устала. Капец. Ну, да, здесь в основном не европейцы, да? Да, у нас тут карточка, я хочу карточку.
И цены здесь адекватные. Скоро уезжать надо что-то. Китайская еда-то поесть. А то потом будем вспоминать. Да, мы дорожку надо наесться. А то будем вспоминать. И все же мы не ходили, когда могли-то, да? Чтобы протестировать. Да. В самолете. Ну, протестируем, да. А по сути это папай салат просто с добавлением морковки, да? Да. Где наш шейк? Он один, вижу. Это, по-моему, манго. Это белый. Острова Тинько. Хоть и попросили, но спать, он все равно. Он же был готов. Вот сегодня классная кафешка была, где нас сегодня Денис водил. Там прям очень вкусно. Там ям был, где вот Вован отхлебал и хлебал. Там хат тоже очень вкусный, я его доела. Он просто был великолепен. Видишь, как удобно? Прям там сзади этот и... Всем надо. Или походить не надо. Да, придорожное кафе. Это я так понимаю, манго. Вообще мне это не нравится. Бабушка такая ходит, вся такая немножко там скрюченная, старенькая. А, это от манго. Сейчас уберем. Какая-то фигняшка. Посмотрите, как со льдом это все делают. Ну, да. У тебя еще один, да? Так, это манго, да? А ты с чем заказывал? Банан. Че? Банан. А ты апельсиновый? Все, по-моему, они мою слышали, а твой нет. Странно, да? Ну, сейчас подтает, будет хорошо. Ну все, мы кончили. Да, да. Кстати, реально, ты где твой это, апельсинный? Кончился. Ну ладно, мы его покушаем. Ну, мне бы в счет не несли, ладно. Ну, посмотрим. Мой 40 стоит. Мой тоже. Ну, что там парень делает, знаешь? Да, скайп. Там колонны. Водичку давали. Водичку из бутылки, это уже похвально. Да. Вода из бутылки. Как будет? Лёд со стаканом, да? Водички налил. С чем? Ты что такое целый? Похлеб. Знаешь, здесь больше льда, чем манго. А я обычно пол манго. Но. Не пол. Половину манго использую. По крайней мере, так в 21-м. Я видел.
Я бы здесь сказал, здесь, знаешь, как больше напоминает какой-то рыночный, да? Как рынок, только вот такой столик. Да, нет, тут такой веб, и перед собой не разговариваем. Угу. Оранж. Это оранж? Да. Короче, да, здесь не параллельно. Здесь, по-моему, один лёд. Ну, по-моему, это больше, да? Ну, честно, не самое лучшее место по сравнению с другими. Соуса мало. Даже вот помнишь, эта бабулька на рынке, которая положила тоже немного мяса, но она так залила смачно этим соусом. Смело. Да, помнишь? И это было так вкусно, когда уже с рисом все смешалось. Да? Вот это было смачно. Он хоть и остренький был, но он был вкусный. Мы так погрели, было класс. А здесь соус мало. Оно, в принципе, должно все плавать. Ну, так, в принципе, кафешка неплохая, цены нормальные, адекватные. Все, я наелся, уже рис не хочу. Рис перед тоже наелся. Еще не совсем вылечилось, поэтому буду поменьше кушать. На полведра меньше. Да, на полведра меньше. Ну, сейчас растает этот момент. Ну, а что хочешь? Тебе на рынке такой же сделают. Ну, да. Мне не надо. В терминале, кстати, еще лучше делают. Я говорю, так, приветчик. Ну, приветчик здесь нормально. Стрелка вылезет. У тебя что? Не-не. У меня не вылезет, у тебя больше вылазит. У меня все нормально. Помните, у меня одна история с креветочкой? Да, да. Сейчас я вам ее расскажу. Да. Жила была креветочка. Не, ходили мы как-то с Лаваном в безлимитный ресторан. Какой такой ресторан? Ниндзя называется. Так вот, сидели там, кушали, ели, пили. И потом, когда пришло время возвращаться домой, шли мы, шли, и история заканчивается. И не дошли. И не дошли. Вот так вот. Все варианты событий опишите в описании под видео. А, в смысле, в комментариях. История с приветами. Вот так вот. Мне нравится, как они орешки добавляют. Вот орешки прикольные. Да? Блин, здесь музыка играет. Я очень надеюсь, что не пройдет. Авторские права не пролетят. Вам, как всегда, у нас забыл микрофон. Я тебя спросил. Ты спросил. Потом сам меня потащил сюда. Потому что там не было твоего мастера. Все заняты были. Так, твоя моя? Я один хвостик съела. Что это моя, ничего не знаю. Идите я нахуй. Тоже один хвостик, и что? А это что, три, что ли? Да. Ну тогда мой съела. А что ты сегодня ел? Ешь, ешь. В том яме, что ли? Штук шесть было. О, и стол он, кстати, вообще копейки. Ну, не знаю, кстати, 220 отдали. 220.
Там, кстати, 50 получается был этот. Какой? 220. И остальное 170 остается, да? Да. На 20. Где-то по 70-80 суток. Он очень вкусный был. Очень вкусный том ям. Мы, кстати, нашли, где он самый вкусный. Смотрите предыдущие выпуски, прям так и называется. Мукбанг. Самый вкусный том ям. Что, так называется? Фон, 85. А 85, да. Все, я у тебя полно риса осталось. Все, а ты примешаешь? Кстати, он очень быстро тает. Та-да-да-да-да-да. Там. Видите, играет музыка, а мы такие ля-ля-ля, а мы такие загораем. Та-ра-та-ра-та-ра-та-там. Так, давай. Ням-ням-ням, чак-чак-чак. Ням-ням-чак-чак-чак, да? Он шит нашу старинную. Отключусь на минутку. Вообще, обед нам обошелся, ужин, точнее, 300 бат. Вот. Ну, честно, я говорю, вот когда, знаете, когда мы сюда первый раз пришли, я, конечно, была такая, знаете, прям такая, о, как все шикарно, как все офигенско. Сейчас, когда мы спустя, сколько, почти 3 недели, мы сюда снова пришли. Боялись. Да. И что хочу, нет, и что хочу сказать, что здесь, по сравнению с другими местами, не так уж и хорошо. Потому что, да, вид классный, там все дела, но есть намного более хорошие кафешки. И вот, например, ту же самую рульку в том же самом терминале лучше делают, или на рынке лучше. Мало соуса кладут. Что, так как терминал 2C, он более такой, там, европейцы и все ходят, то есть они уже научились глядеть, что заказывают. Если тайцы, то по одной схеме, если это европейцы, они прям уже выглядят. Даже вот это, знаете, смузи? Они ложат, да? Рис, мясо, потом раз, и рис вливает в мясо. А для тайцев выливает мясо. Снизу, да. Мясо. А потом рис. Вот, и даже вот сейчас, вот, например, мы взяли смузи. Я уж не знаю, сколько здесь льда, но манго здесь вот прям вот чисто подсвечивает. У Вовки вообще по вкусу как будто фанта концентрированная. Это сироп. Да? То есть не апельсиновый. Апельсиновый сироп. Апельсиновый сироп. Он просто сокает, да? Там, да? Со льдом перемешали. Тоже. У меня, скорее всего, тоже, да. Знаете, вот немножечко рассеровались. Я не вижу это. Нет. Просто мы уже, когда мы только приехали, нам все было охрененно, потому что нам все было вкусно, нам все было тайло. Сейчас, когда мы уже присытились, когда мы уже напробовались везде всего, могу сказать, что, ну, да, вкусно, да, недорого, но есть места и получше. Тем более вот после того том-яма и супа, который вот нам сегодня показал Денис, вне конкуренции. Я бы с удовольствием, кстати, туда бы еще приехал. Мне прям понравилось. Прям говорит. Я том яма твоего хочу. Там том ха, кстати, был очень вкусный. То есть не вот там ты как прям конкретно говорит, да. Том ха, да. Вот, да. Вареные курицы. Ха считается курица, а том это вареная. Вот так вот. Так что такие дела. Все, моя хорошая, всех любим, всех целуем. Вот такое вот наше мнение. Вот, надеюсь, кто-то его разделил. Просто, ну, сами видите, рис вот я не доел, да. Было мало, то есть соуса прям практически не было. Вот этот вот салат с морепродуктами мы попросили не острый, а все равно сделали его острый. Ну, вот, ну, как-то так. Здесь тоже вот тарелка большая, порция не очень. Хотя, ну, короче, кому как нравится. Я вот... Как-то больше критично. Более как такая, знаете. Китайские, что чё? Типа. Не надо. А, почем? Не надо? Типа. My pet. My pet это другое. Это курица. Я утка, что ли? Че? Ладно, короче, это. Все, тайские потом будем изучать. Все, всех любим, всех целуем. Увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо всем. Пока-пока. Побелей хвостиком. Вот он.